Тема нарушений потребительского законодательства медицинскими организациями продолжает привлекать мое профессиональное внимание. Она неисчерпаема. Очередной пример. Один из районных судов города Улан-Удэ в конце сентября 2018 года рассмотрел гражданское дело по иску несовершеннолетней и ее матери о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей с медицинской организации частной формы собственности по закону о защите прав потребителей. Основанием иска был неверно поставленный диагноз ребенку, приведший к ухудшению состояния здоровья несовершеннолетней. Недостоверный диагноз, как и причинение вреда здоровью, не нашли подтверждения заключением судебно-медицинской экспертизы. Вместе с тем, мама несовершеннолетняя обратилась в клинику с целью определения степени тугоухости у ребенка, а клиника провела лишь исследование периферического и стволового уровня слуха, слуховой афферентации, результаты которого могут лишь частью информации для врача-сурдолога и определяющего степень тугоухости. Суд установил, что клиника перед заключением договора не представила необходимую достоверную информацию о потребительских свойствах медицинской услуги, обеспечивающих возможности ее правильного выбора. Так как не могла представить доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости и достоверности. Поскольку право потребителя на информацию было нарушено, суд взыскал с клиники в пользу несовершеннолетней 5000 рублей компенсации морального вреда. Какие выводы? Сначала необходимая достоверная информация о потребительских свойствах медицинской услуги. И только после этого заключение договора. Рекомендую познакомиться с моим постом. В нем я также останавливаюсь на правоотношениях по информированию пациентов-потребителей. Об этом же, но еще более подробно и обстоятельно, есть информация в моей книге. Но на этом анализ гражданского иска не заканчивается. Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, а в пользу матери отказал. Почему? Отвечу в следующем посте. Следите!